Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня остановились на проекте Black Russia. Это КРМП на телефоне. Если что, игра на 5-м сервачке, поэтому можете заходить, играть вместе со мной. Вся полезная информация есть в описании под видео. Установка очень простая, там буквально занимает 5 минут. Она все делает за тебя, поэтому реально, пацаны, заходите, играйте вместе со мной. Не забывайте также вводить мой промокод на 2-м уровне, за который вы получите 15 тысяч рублей. Но я направляюсь, пацаны, в контейнеры, как я и обещал в прошлой серии. В прошлой серии, кто не смотрел, мы ходили в казино. И я говорил то, что мы в следующей серии уже пойдем смотреть контейнеры, чем я, в принципе, сейчас и занимаюсь. Контейнер у нас находится в Арзамасе, поэтому мы туда сейчас и едем. Я, конечно же, примерно понимаю, что из себя представляют контейнеры, но как там это все работает, я не видел, не знаю, поэтому будем это все сейчас смотреть вместе с вами. Я надеюсь, то, что там есть дешевые контейнеры, потому что денег у меня не так уж и много, у меня есть 600 тысяч на руках, и также есть 2 миллиона, получается, если перевести донат, поэтому надеюсь, то, что этих денег там хватит, чтобы хотя бы открыть 2 или 3 контейнера. Поэтому сейчас мы едем именно в то место, где находятся контейнеры, и будем уже смотреть, надеюсь, то, что там людей немного. Я, честно, даже не знаю, во сколько они там работают, эти контейнеры, типа, ну, там, по времени, либо в любое время можно приезжать. Короче, сейчас посмотрим, проверим. Надеюсь, то, что сейчас там все работает, и мы сможем посмотреть, и я смогу вам это все показать. Сейчас мы будем поворачивать уже налево, именно там находятся контейнеры. Все, я приехал сюда, куда мне надо. Итак, я, короче, узнал, когда спавнятся контейнеры, они спавнятся каждые полчаса. Сейчас у нас 25 минут, остается 5 минут, и заспавнятся контейнеры. Здесь уже достаточно немало так людей, где-то человек 10. В Ютубе я не нашел, во сколько спавнятся контейнеры, поэтому я написал в репорт, мне ответили, и я, в принципе, ждал, пока пройдет время. Давайте сейчас пропишем донат. Здесь, конечно, есть тоже люди, как бы не такие уж бедные. Вот кто-то на Феррари приехал, кто-то на Скайлайне, кто-то на Бэхе, кто-то на Мерседесе. Конечно, тюнинг здесь очень классный. Вот, это мне очень нравится на данном проекте. Вон там еще Бэха чья-то стоит. Вот, появились контейнеры. Так, это что у нас? Так, 4 миллиона, Дубай, 2 миллиона. Так, 9 миллионов, ого. Ну, давайте 300 тысяч поставим. Так, 300 тысяч я поставил. Я не знаю, честно, что отсюда выпадет. Вот здесь у нас самые дешевые контейнеры у нас стоят. Я поставил ставку 300 тысяч. Начальная ставка 100 тысяч. Мне кажется, ничего такого не выпадет вообще. Нормального. Так, 3 секунды. 2 секунды. Все. Открывается контейнер. Так, здесь у нас что есть? Так, нажимаем Alt. Ну ничего, ага. Так, продажа. Продать содержание. Так, все, я продал. Я ушел в минус, но ничего страшного, в принципе. Я чисто, пацан, по приколу, как бы. Мне не в том прикол, чтобы именно выиграть. Ну, типа, я не хочу там окупиться, мне просто интересно контейнеры подкрывать. И все. Вот это для меня самое главное. Мне тут приора выпало, окей. Сейчас пробуем продать ее. Продать содержимое. Все, продал. Так, еще контейнеры появились. Вот, 2 миллиона контейнеров. Германия. Давайте его откроем. Так, вон там кто-то выбил себе тоже приору. Но я выбрал Германия. Может быть, какая-то бэха пиздатая выпадет. В чем я, конечно же, сомневаюсь. Но все может быть, пацаны. Чисто делаю контент. Я надеюсь, что вам такое понравится. Ну, ничего страшного, пацаны. Ушел минус, ничего страшного. Продажа. Так, вот русский появился. Так, я лям ставку сделал. Ну, походу, это будет наш последний контейнер, потому что я, скорее всего, не окуплюсь. Я просто не шарю, пацаны, какие лучше контейнеры открывать. Я открываю все подряд, которые я могу открыть. 800 тысяч. Нормально, в принципе, небольшой минус ушел. Ну да, пацаны, может мы в минус ушли, зато я наконец-то посмотрел, что это такое. И как бы я снял для вас контент, пацаны. Вот это реально очень круто. Вот это реально очень интересно открывать контейнеры. Я, конечно, ни хера в них не шарю, пацаны. Я не знаю, что лучше открывать, чтобы окупиться. Я чисто все подряд открываю, потому что мне интересно. Так, открыл. Здесь у нас что? Нива, понимаю. Так, хорошо, Нива, так, Нива. Я, кстати, окупился даже, нихера себе. Было бы неплохо приору обратно выбить. Так, тут рядом еще один контейнер есть, Германия, да? Сейчас, если этот не открою, то открою потом другой. О, вот это уже окуп, пацаны, по-любому. 600 тысяч. Окупился, окупился. Нихера себе, Skyline выбил, видели? Вот это круто было, реально. Не могу я, блядь, нажать. Подождите, во.
Бля, жесткий минус ушел. Жесткий минус ушел, пацаны. Ну что ж, я думаю, ну, на этом можно закончить. Мы открыли очень много контейнеров. Я ушел в минус на 2 миллиона. Надо было, конечно, остановиться, но просто я хотел побольше открыть контейнеров в этом видосе. Если вам понравилось, то ставьте лайки. Подписывайтесь на канал обязательно. Вот давайте так, набирайте 100 лайков на этом видосе, и я запишу еще одну серию, где мы будем открывать контейнеры, но уже дорогие контейнеры. Поэтому возьмите, поставьте лайк и подпишитесь на канал.